лучших в своем деле мастер. На поле с мячом в ногах он особо опасен для тех, кто является его соперником. Всех обводит, кроме него, так не может никто. Криштиану Роналду, лучший в мире игрок. Это мой кумир, португальский бог. Пусть появляются новые звезды, мне на них плевать. Я до конца с ним вот что хотел сказать. Никогда не сомневаюсь, его мощности и силы. Забивает он голы, в дальнем углу красиво. Доведет свою команду до великих побед. Он уже в истории оставил свой след. Цель его одна, победить способом любым. Ты посмотри, как забивает он свои голы. Он для меня лучший, не будет им всегда. Смотри, с какой командой он победит всех, да. Взгляд, как будто игра, и мощные удары. Скорость, как у Гепарда, это ведь Роналду. И вот это такая, победитель на пути. И до финала Лиги Чемпионов дойти. Взгляд, как будто игра, и мощные удары. Скорость, как у Гепарда, это ведь Роналду. И вот это такая, победитель на пути. Футбол рулит, без него никак. В этом мире он на нас, все это факт. Шум трибун, звуки баром и кричалки фанов. Это заставляет сердце делать больше ударов. Лиги чемпионов, лучший бомбардир. Он своей игрой покорил весь мир. Знаете, если он играет с соперником, нет покоя. Смотри, какие финты мутит он на поле. Моя команда на века, мадридский Реал. Он в этом году намного сильнее стал. Но теперь нашел в составе Карвахаль, Бейл и Скальера. Медика за миром, их победим близко. Криро, капитан своей сборной. Лидер Португалии, это бесспорно. Лидер в реале, и он останется им. Роналду лучше в мире, с ним Реал непобедим.